Здравствуйте, я Рустам Нуреев. Продолжим запись видеоуроков для ТВА Википедии. Значит, по категоризации я посмотрел, обратил внимание, что категоризация по рождениям в ТВА Википедии чуть отличается от нашего или от русского. Вот видите, я открыл категорию родившийся. Там еще подкатегории есть. Родившийся по датам, по месту рождения, по годам рождения. Но это сейчас нам не важно, мы его потом подкорректируем. Сейчас мы научимся делать категории по дням, включенные под категории по дням, включенные в категории по месяцам. Вот обратите внимание, данные категории 17. Под категории других, вот видите, тоже циферки не соответствуют количеству дней в месяце, только ноябрь. В ноябре я делал все дни. Имели декабря, продолжим. Значит, создадим следующую категорию 5 декабря. Для этого мы откроем одну из категорий, допустим, первые. Декабря сделаем дубль, откроем на редактирование, чтобы заготовка была вот, мы могли, чтобы оперативно быстро скопировать. Вернемся в предыдущую страничку окошко. Видите, эта категория у нас 1 декабря связано с категориями в других языковых разделах. Так. Сейчас будем создавать новую подкатегорию 5 декабря. Родившийся кто? Декабрдан Бишенда Тутуртунгандер. Извините, конечно. Родившийся 5 декабря. Предлагает такой страницы, говорит, нет, предлагает создать. Открываем на редактирование. Копируем из нашего дубля то, что мы создали. Выбираем. Копируем себе. Подправляем 1 декабря на 5 декабря. Делаем создать страницу. А вот тут сейчас у нас 5 декабря не связано с другими языковыми разделами, так как он только что создали. Поэтому его надо необходимо связать, эту категорию, с другими языковыми разделами. Будем связывать с русским. С одним свяжем, с другими тоже свяжется. Категория. Категория. Родившиеся 1 декабря. Меняем на 5 декабря. Свяжем с этой страницы. Вот все страницы вышли. Связываем со всеми страницами. Закрыть диалог, перегрузить страницу. И мы видим, что у нас она имеет связь с другими языковыми разделами. Далее, ну, необходимо будет поставить метку в элемент Wikidata. На туинском языке мы откроем Wikidata, отредактируем, вот видите, на башкирском, английском, русском есть, а на туинском нету. Вот мы его запишем. Сохранить. У вас, если будет выбрано вот здесь тувинский язык, то тувинский у вас будет на первом месте. Возвращаемся мы обратно в Википедию. Переходим в месяц декабрь родившийся. У нас, видите, 18. И вот так продолжаете. 6, 7. Так. 8, 9 есть, 10, 11 нет, 12 есть, 13. Итак, продолжаем. Удачи, успехов. Я пока буду делать другие.
Спасибо. Смотрите следующее видео.